В доме музыканта Ивана Вабищевича всегда праздник, а недавно стало еще веселее. В доме появился новый телевизор LG. OLED-модель обещала покорить семью картинкой невероятного качества, многомерным звуком и ультракомфортом в управлении. Удалось ли? Время подводить итоги семейного теста. Изображение такого качества, ну, HDR-картинка подкупает. Четкость, контрастность, ну и самое главное, реалистичность. Недавно к нам приходили друзья, ну мы, естественно, похвастались новым телевизором, посмотрели несколько фильмов BBC, там как раз было про музеи мира. Честно говоря, мы так поняли, что в Лувр теперь ехать нам точно не надо, у нас все намного красивее. Тем более пультом, как мышкой в компьютере, можно все пролистать, ни очередей, ни иностранцев-туристов. Красота, в общем. Да и Ваню таким красивым я еще ни разу не видела, ни на одном экране в мире. За месяц эксплуатации семья не только оценила качество изображения и звука OLED-телевизора, но и изучила все его функции. В нем стоит уникальная операционная система LG WebOS. Более комфортной в телеиндустрии пока нет. Кстати, как вам она? Оценили? Ну, подкупает в первую очередь простота. Поближе разместили любимые каналы. Кстати, к кнопкам пульта привязали нужные приложения. И теперь нажатием на цифру можно открыть и онлайн-кинотеатр, и браузер, и много чего полезного. Мы все оценили опцию Magic Zoom, потому что она не просто увеличивает картинку, а именно расширяет ту часть экрана, которую нужно. WebOS LG позволяет качественно воспроизводить контент в формате 360 градусов. Если телевизор подсоединен к камере кругового обзора или есть видео в 360, например, на флешке, то все это можно увидеть на огромном OLED-мониторе. Удобный пульт легко поворачивает экран, как мышь в компьютере. На самом деле все просто. Включать, настраивать, искать. То есть даже при всей высокотехнологичности телевизора с настройкой может справиться даже ребенок. Здесь появляются такие картинки со смешной птичкой Винбердом, где все написано и показано, куда нажимать. Итак, время подвести итог семейного теста. Сверхтонкий дизайн, реалистичное изображение, чистый объемный звук и удобство управления покорили Ивана и его семью. Новому телевизору OLED от LG эксперты ставят безапелляционную десятку. Нам остается лишь не мешать их увлекательному просмотру. Рубрика «Семейный тест» помогает выбирать только лучшую технику на рынке. С нами вы не ошибетесь в ассортименте новинок. Папа, какой же ты крутой! Спасибо, солнышко.